Форумы, фотографии и памятные значки. Теперь у Самарского движения «Пост номер один» есть свой музей. Чтобы познакомить горожан с первыми караульными, с педагогами, воспитавших постовых, из истории Вечного огня, создатели проделали немалую работу. Поначалу дело шло медленно. Мы связывались с различными школами, с различными организациями, которые в советское время стояли на посту номер один. Была большая архивная работа, особенно по истории площади Славы, по строительству монумента. Пост номер один в Куйбышеве был открыт в 1978 году, а потому было несправедливо, что у такого движения до сих пор не было собственного музея. Традиционно в дни государственных праздников лучшие ученики заступают на пост к Вечному огню. Нести этот пост нужно с достоинством. И ребята, которые побывают в музее, они поймут, что за этим движением очень большая история, труд очень многих людей, и естественно, что они должны тоже достойно нести почетную караульную службу. Познакомиться с историей Самарского поста номер один сможет каждый. Музей будет работать по будням с 9 утра до 5 вечера. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.